сейчас выиграю доту, блядь. На 40-й ставь, сейчас пройду. Всем удачи. Сейчас прикаточка, блядь, будет. Вот и все, долбоебы, вот и все. Ай! Сейчас, сейчас, секунду, солнце. Спасаю семью, блядь. Противогаз есть, блядь. Жена есть, ружье есть. Блядь, еще два круга. Надо на кухню за жратвой фулл сбегать. И... блядь, за женой. Че думаешь? Успею. Ну что, это вин? Нет. Мне кажется, это вин. Бля, шашки только зря взял. Ну а чё, блядь, нету фонарика. Ну чё, блядь, ебать, еды много. Мне кажется, я как будто очень сильно разыгрался. Увидели, мы уже развели собственный сад. У нас на стенах растут большие грибы. Устроим грибной пир. Жажда, жажда, жажда. Это долго не протянет без воды. Так, мы Тимми отправляем или что? Или давай до... Блядь, надо было что-то дать! Блядь, противогаз надо было дать, нахуй! ГГ. Джей Джей, блядь. Я забыл, блядь. Это жесть, блядь. Это, блядь, жесть. Я просто, блядь, мискликнул, чел. Я просто мискликнул. Если они сейчас заболеют, это просто РМК. Радиация пошла, блядь. Это должен выпить воды. Нелегкая, нормально можно выглядеть в данной ситуации. Пока что все файн, блядь. Этой чертной огромной лужи раньше не было. Черт, еще вот, блин, наверное, нужно спасать запасы, пока не поздно. Ну, радио спасаю, очевидно. Минус карта. Ела некоторое время, далось, может, не оставаться без воды. Обезвоживание, let's go, блядь. Жажда, жажда. Всем попыт дать? Давай всем попыт дадим. Жажда, голод, голод, голод. Всем пожрать, кроме Теда. Недавно ел, ты думаешь? Менеджмент сумасшедший здесь, блядь, идет. Опа, вернулась, давай, что показывай, что принесла. Ой, хорошо, блядь, плюс еда. Тед голоден, Долорес, ничего нового пими, Мэри Джейн умирает с голоду, нужно поесть. Сильно устала. Давай покормим, что делать. Долорес, голод, Тимми, усталость, голод. Пока что все файн, нет? Давай так, что? Еды едать. Воды, на всякий случай. Долорес уверен, что выживет за пределами бункера. Тимми пенсионер ждет выхода наружу. Тимми отправляем. Рика Тимми. Тед, голод, усталость. Пока что, блядь, неделя, все вообще в лучшем состоянии. Это пока что лучший пул. Так. Тимми выглядит нормально. Мэри Джейн очень голодна. Ебало жрать. Кто пойдет наружу? Тимми пойдет. С противогазом, скорее всего. Скорее всего, с противогазом. Ну, чтобы не заболеть. Потому что если такой ебанутый пул заруинится болезнью, это будет кринж, конечно. Жажда, голод, жажда. Так, без воды Тед умрет. Долорес, время раздавать припасы. Очень голодна, без воды Тед умрет. Долорес, немного воды. Так, Теду еда, а этой голод. Она заебала жрать, она целую банку съела соло уже.
подумаем, что плохой идеей будет выглянуть наружу, посмотреть, что там происходит. Мы уже собрались выходить, как вдруг в темноте мелькнули звериные глаза, и мы услышали ужасающее рычание. Ну, поехали, блядь. Ружье не будет лишним. Это точно был не Тимми, потому что он ушел пару дней назад. Долорес дольше не протянем без воды. Пока что это в полном порядке. Ничего не происходит. Обезвоживание, жажда, усталость. Обезвожим. Воды много или что? Жажда... Блять, она опять ест. Она... Это кринж, блять, персонаж какой-то, если честно. Какой-то, если честно, кринж персонаж. Как, какая ставка? На какой день нужно? 40-й день, бля. Ну это фриставка для синих, друзья. Я выиграю ставку им. Так, раздавать припасы. Ничего не происходит. Блять, она заболела. Ну как она заболела, на? Аптечки нету. Тед голоден, осталась вода, Долорес должна ее получить. Мерджин умирает от жажды. Сука, ну и фричиха, реально. Пока у нас здесь запас воды, мы, конечно, можем сидеть заперти, но нам придется отсюда выйти. И были комиксы о том, как все это верим, что это правда. Ну давай, блядь. Так, Мэри Джейн чувствует себя в безопасности, а кто бы не чувствовал в этой каморке разменный гроб. Долорес дольше не протянет без воды. Армия уже близко, она спасет. Помощь уже в пути. Обезвоживание, блядь, болеет. Батя уже, блядь, у него эта борода выросла. Патронов нету. Это оружие... Патрон нету. Так, ну что, Тимми, блядь, рассказывай, где был, что принес. Так, Тимми, плюс еда, файн. Плюс вода, супер файн, супер файн. Блядь, вот это хороший мальчик. Так, под одной из кроватей из жилой части церкви мы нашли редкие сокровища. А в армейную экспедицию мы повредили противогаз. Когда Тед голоден, Тимми сильно устал. Долорес сохраняет железное спокойствие. Тед должен выпить воды. Тимми должен что-нибудь съесть. Мэри Джейн справляется с этой нелегкой жизненной ситуацией. Похоже, сегодня она в полном порядке. Болеет. Голод. Голод. Ну что, давай накормим, блядь, мелкого. Давайте накормим. Мы думали, что телефоны канули в лету. После того, как ядерный взрыв разрушил телефонию, будка через другую умерла. И кажется, в эту минуту звонит телефон. Должны взять трубку. И чё, кого отправить? Ну, болезненную нет. Долорес отправить, потому что она full focus. Мамку отправим, она на full фокусе сидит. Когда мы подняли трубку, то услышали вздох от облегчения по другой стороне. Человек представился уцелевшим. Так, перезвонят. Окей. Тимми очень голоден. Тимми, блядь. Let's go, Тимми. Голод, жажда, голод. Голод. Блядь, она больная нахуй вся, блядь. Может ее не сейвить вообще? Убал уже. Долорес может отправиться в свою Мэри Джейн. Чувствую, что вот это в отличном состоянии для экспедиции. Ну, батю отправим. Во время вылазки мы набрели на останки разбойного лагеря. Какая-то невиданная сила разрушила до основания. Внутри мы совершенно случайно обнаружили кота. Пушистый зверек невозмутимым видом, но вылизывал свои лапки посреди всей этой разрухи. Кровище оторваны конечности. Всю обратную дорогу до убежища кот следовал за нами. Стоит нам закрыть крышку люка, как мурлыка принялся нетерпеливо скрестись и впустить его внутрь. Блять, ну кот не даст сойти с ума, типа, в теории. Но я не знаю, может ли он сделать что-то, типа, сожрать что-то, еду там и так далее. Вы думаете, вообще объясните, плиз? Не может? Мне кажется, надо брать, потому что он не даст сойти с ума. Буду брать. Здорово, блять, как его зовут? Шариков. Жажда, голод, усталость, голод. Жажда, голод, голод. Батю надо покормить, я его отправляю сейчас на тряску.
Я его на тряску отправляю, поэтому let's go. Голод, усталость, жажда. Плюс спрей от насекомых. От кота польза есть, похуя. Тимми должен что-нибудь съесть. Которая должна дать Лорес. Вода. Мамку напоим сейчас, что делать. Болеет, жажда, усталость, голод, жажда. Блять, это заебало Мэри Джейн реально. Нет фотографий, нет новостей, нет хороших мыслей. Мир так жесток. Как насчет того, чтобы дать Тимми что-нибудь попить? Все файн пока. На днях мы услышали тихий стук в двери, когда вышли наружу, увидели только чемодан, лежащий на пороге. На нем ничего не написано, кажется, он предназначен нам. Посмотрим, что внутри. Но это я не понимаю, это лутбокс или это всегда подстава? Вот в чем вопрос. Может ли здесь быть не подстава? Я буду лудить, потому что надо смотреть. Синеньким надо ставку выигрывать. И день 22, батя каминг. И мамка заболела, заебись. Ну, блядь, ну дай еды, блядь, игра, дай еды, чел. Мэри Джейн совсем ничего не беспокоит. Друзья, можно списать, она повредилась в экспедиции. Долорес не ела долго, не протянет без воды. Сегодня я ничего не поест, может кончиться плохо. Так, блядь. Обезвоживание, усталость, голодание, усталость, болеет, жажда. Тимми вода, мамка вода. Батя голодание и усталость болеет. Батю кормим за его заслуги, так сказать. Долорес может отправиться в экспедицию. Она болеет, блять, она болеет, чел. Мэри Джейн чувствует себя не очень, экспедиция не для нее. Если сейчас Тимми покинет убежище, то непременно умрет. Заебись, почему это он умрет? Обезвоживание и усталость. Шариков появился у нас относительно недавно, потому с ним приходится держать ухо востро. Хотите верьте, хотите нет, но сегодня мы заметили на его ошейнике металлическую пластинку с адресом. К слову, указанный дом находится неподалеку от нашего. Давай прогуляемся, вроде все файн с ними. Вроде у нас файн все. Истощение. Усталость. Жажда. Голод, усталость. Истощение. Когда обезвоживание и корми, когда истощение. Истощение, жажда, блядь. Мамку надо покормить точно. Якс. Тем воды может выдать по приколу чисто. Бля, ну я не могу никого отправлять, чел. Никого отправлять. Сдохнуть просто. Истощение у мамки опять. Аптечки нету, блядь. Дать воды, потому что много? Голод болеет, истощение, голод, жажда, голод болеет, истощение. Может, Долорес может отправиться в экспедицию, Мэри Джейн чувствует себя не очень. Ну, блядь, как ее отправить, если она болеет, истощение с голодом, блядь? Может отправиться. Ну что, я ее отправлю, блядь, и что, она сдохнет? Ну, что, если тупые девушки срочно на лекарства, примерно нельзя оставлять Тимми так долго без воды. Блядь, всех сейчас водой напоить или что? Жажда, блядь. Истощение, истощение, истощение. Всех воды, короче. Вот, усталость. Вот. Еще потерпите. Блять, больную Долорес отправлять нельзя, очевидно. Но с другой стороны, а что делать-то? Тимми очень голоден. Долорес должна что-нибудь съесть. Тед голоден. Ну чё, блядь, и что? Истощение, истощение, усталость. Сегодня к нам постучался молодой человек, попросил о помощи. Он сказал, что уже некоторое время наблюдает за нами, считает нас порядочными людьми. Ему очень нужна помощь, нужно спасти его сестру, которая пропала во время попытки проникновения в лагерь бандитов, расположенный неподалеку. Он пообещал, что будет не зря потраченное время. Ну, блядь, самый здоровый здесь это Тимми, но он уставший. Как бы остальные все не лучше, блядь, что думаешь? Тимми отправим. Блядь! Ну она болела всю игру, она ебаная, блядь! Дочка болела, ну что я сделаю, блин, чел? Когда Мэри Джейн узнала, что мы не собираемся тратить на нее еду, она настолько
кипела от злости, что по ее взгляду было понятно, что она готова убить. Блять, прикольно нахуй. Молодой человек пришел с группой других уцелевших, они все были вооружены, но встретили нас по-дружески. Мы нашли девушку, бросили ей оружие и вместе отбились от бандитов, охраняющих выход из лагеря. Близнецы были очень рады видеть друг друга. Но в это же время в замешательстве оказался лидер бандитов, это их отец. Как тесен и безумен мир, в котором нам пришлось жить. Как бы то ни было, они были нам очень благодарны и обещали в скором времени выйти с нами на связь. Вот и все. Вот и все. Вот и все, вычеркиваем. А, бесполезная все равно. Долорес уверена, что выживет за пределами бункера. Я ж могу ее отправлять, чуваки, или нет? Но она болеет, голод, истощение. Алло, блядь. Уверена, что выживет. Мне кажется, это рофл какой-то. Что, блядь, по-моему, какой-то подъебка в игре существует, происходит. Ты думаешь? Она уверена, что выживет. Все файн. Истощение, истощение, голод, истощение, голод. Ну, воды надо дать. Бля, воды уже не осталось нафиг. Голодные все сидят. Блядь. Тед не в лучшей форме, но мы можем рискнуть. Голод, истощение. Блядь, на самом деле, а что не в лучшей-то? Надо рисковать, надо его покормить просто, и все файн будет. Бля, батя сейчас за хлебом пойдет. Оглушительный грохот, возглас удивления и побелка, падающая с потолка. Да, утро не бывает. Как оказалось, Шариков нашел себе новую игрушку, безобидный проводок, вырванный им же из стены, блядь. Это мой код чисто. Бог знает, к чему этот кабель был подведен. Однако все лампочки по-прежнему горят, а значит, ничего страшного было не произойти. Или нам стоит отнять провод у нашего пушистого друга и выяснить, для чего он нужен. Голод и... Блядь, да я же им дал воды, блядь! Что такое-то? Что такое-то? Батю отправляем сейчас. Фонариком. Okay. Все файн. Ебать, у нее красные глаза, блядь. Да я, блядь, сколько ее можно кормить, нахуй? Заебала, блядь, всю еду отдал, все раздыхает, нахуй. Ими отдохнул, да, Лора, что нам что-нибудь съесть. Так, ну все файн, нет. Ебал, сколько можно кормить, блядь? Истощение, истощение. Воды нахуй нет уже в доме, блядь. Истощение у него все. Пойдем на такую сделку. Ну, вот, например, этот человек, который стучит в дверь, говорит, что многое даст за патроны. Ну давай, блядь. Кашки даю ему. 30-й день, let's go. Вместо патронов мы предложили ему шашки. Нас гость смешался и попытался нам объяснить, что такое патроны. Мы прикинулись дурачками, было очень смешно, пока он не ушел с нашими шашками. Долорес должна что-нибудь съесть. Тимми должен что-нибудь съесть. Тимми в ужасном состоянии, нужно ему попить. Тимми нужно попыт. Бля, Долорес заебала, бля. Все, еды уже нету в доме, бля. День 30. Ну что, готовы к 40-му дню? Что думаешь? Сейчас батя еды принесет, блядь, и все файн будет. Что такое-то? Ну как он с ума сошел, блядь, как? Ладно, идите нахуй. Я до 40-го дня ради синеньких должен дожить. Батю сейчас буду, блядь. Тимми не совсем в форме. Было бы неплохо поговорить, как-то его развеселить. Все, батю жду, блядь. 40-го дня нужно выжить и ставочку выиграть. Усталость, истощение, при смерти. Ну, Долорес ее, блядь, не спасти уже, чел. Так, у нее все, типа. Если она сегодня не поест, то не доживет до утра. Долорес долго не протянет без воды. Нужен врач или на худой конец медикамент. У меня нет ничего, чел. Понять, кому-то настроение. Тимми чувствует себя намного лучше. Так, что дальше, блядь? Ну, у меня полбанки осталось, чел. Могу святой воды дать, блядь. Жажда, голодание. Могу святой воды дать. Сегодня к нам пожаловал сумасшедший ученый. Оказывается, Шариков не просто невоспитанный кот, но и самый его ценный помощник. Когда пушистый ассистент пока Дока исчез, оставалась вся работа над проектом. Раз мы забрали кота, себе ученый попросил нас самих помочь с исследованием. Кот проигнорировал этот разговор. Он явно хотел остаться у нас. Док явно тронулся умом, но его знания могут нам пригодиться. Окей. Давай. Давай, батя, блядь! Ну где еда, хуесос? Ну ладно, принес медикаменты.
Жажда, голод, болеет, усталость, истощение. Можно, в принципе, фул въебать в сына, ну, райдаки сдохнут. Знаешь? Ну, нет еды, блядь, в игре, ну, я не знаю, это рофл как. Тед вернулся из своего путешествия на поверхность целости и сохранности. 4 воды! Все по $1. Единственное, что там осталось, это бутылки с водой. 4 воды, блядь. Красиво. Противогаз. Блядь, ну это камбэк должен быть, блядь. Как это реализовать? Тимми должен что-нибудь съесть. Как насчет того, чтобы дать Тимми что-нибудь попить? Он плохо выглядит. Тимми заболел. Тед очень слаб. Если сегодня его не поест, это может кончиться. Тед сошел с ума. Тед очень устал. Так, ну что думаем? Охуеть. Ну, еда — это проблема в игре, я хуй знает. Начинать надо с 6 еды, блядь, и просто, ну, и воду 4 воды. Ну, потому что это скриптово не дает тебе, понимаешь? При смерти сумасшествие, сумасшествие истощение. Мы всем воды даем, потому что я добрый, блядь. Мы мамку пытаемся вылечить, потому что Тед, в принципе, сумасшедший, но он еще файн. Истощение, голод, блядь. А тут голодание. Ну, батя принес воды, надо батю попробовать засейвить. Что думаешь? Долорес не в самом расцвете сил, но может она исправиться. Бля, без рофлов на самом деле я экспедицию ебану, потому что я фул в мамку залил сейчас ресурсы. Если она в теории выживет, то, блядь, можно и отправить будет. Да посмотрим. Опа! Так. Голодание, усталость, истощение, голод, сумасшествие, истощение, истощение. Думаю. Мы почти не спали после этой ссоры. Будем надеяться, что это больше не повторится. И да, Долорес не ел некоторые еще души, не беспокоит. Тед голоден. У меня нет еды, блядь. Ну что я сделал? Могу вас только поить водой, суки. Бля, ну я реально мамку должен сумасшедшую отправлять. А что делать-то? Ну я просто буду пытаться, потому что у меня других вариантов просто нету. Мало ли она что найдет, нахуй. Пизда сыну, блядь. 5 дней осталось, блядь. Ну дайте жратвы, блядь! Ну где еда? Ну ее по скрипту не дают просто. 36 день, 4 дня осталось. 4 дня осталось, чел. Мне просто, сука, еды, блядь, баночку. Давай, Тед, на воде будем нахуй. За красненьких, сука, на воде, блядь, будем ехать. 37 день. Бля, кто-то стучится. Сейчас всю воду отдам ради жратвы, чел. Давай, блядь. Красный, вы тут? Нет ничего более странного, чем стук в наше бубубежище. Кто же это может быть? Рискнуть своими жизнями и открыть дверь звучит заманчиво. Ну что, открываем? Блядь, красный и синий. Если я сейчас попробую открыть и выиграю, что думаете? Надо, нет? А кота можно сожрать, чуваки? Кота можно сожрать? Бля, ну я думаю, что, ну, я на самом деле, смотри, у него голод. Он 3 дня, наверное, еще не проживет. Бля, ну поехали, похуй. Let's go, батя, давай, тащи. Let's go! Давай, блядь, что-нибудь дайте. Мы открыли люк, но там никого не оказалось. Такие приколисты подшучивают даже во время апокалипсиса. Тед голоден. Тед, блядь, ты последняя надежда синеньких, сука. Пауки, блядь, ебались пауки. Блядь, пауков убить и у них еду забрать! Еды нету, сука. Голодание, чел, 1 день остался. Блядь, плюс еда. Ничего не поест, может кое-что плохо кончится. Last день, суки! На воде, сука, идем. Док стучался в дверь, чтобы забрать припасы, о которых нас просил. Он сказал, что они очень помогут в исследовании. Ты чё, охуел, что ли? Пожалуйста, давай. Есть, суки, блядь! Есть! Есть, суки, блядь. Красный поебало вам всем ГТРП, блядь, надавал. На воде, блядь, доехал. Коэффициент нищий был, ладно, коэффициент был нищий. Бля, ну мне просто еды не хватило, я бы игру прошел бы, наверное. 41 день. Ебать, мать! Мать легенда! 4 банки, блядь! Долорес, бля, легенда, ебать!
Нашли патроны, обойма лежала под консервной банкой. 4 банки. Сумасшедшая, блядь. Мы рады снова видеть Долорес после успешного возвращения с пушки. Возможно, кто-то заметил наше небольшое путешествие наружу, последовал за нами. В следующий раз мы должны быть более скрытными. Запасов нужно проверять каждый разрушенный угол, даже если он не выглядел многообещающе. Размышляя таким образом, мы направились к руинам городского отделения банка в надежде найти что-то более полезное, чем мешки никому не нужных денег. Похоже, перед самым взрывом банк ограбили. Банковское хранилище было взломано пилой, спрятанной в плюшевом мишке. Кто-то такого додумался. Кто бы там ни было, мы теперь понимаем, почему банк хотели ограбить. В хранилище было, видимо, не видно томатного супа. Как же он здесь оказался, блядь? Мужем почти по ошибке прислала его в обычный банк вместо банка пищи. Плюс водичка. У одного из окошек... Блядь, ебать, она сумасшедшая! Вытащила 4 банки еды, блядь, банку воды и еще 3 тринкета, блядь. И замок. Ебать, ты прикинь, сумасшедшая нахуй в противогазе весь город разобрала. Жесть, блядь. Бля, чист. Это жестко, блядь. Все, ну, пока без экспедиции. Мы всегда думали, что наша жизнь могла быть намного лучше. Так было до того, как упала бомба. Теперь мы думаем, что жизнь могла быть намного лучше. Так что в какой-то степени ничего не поменялось. Дочки вспоминают. Ебать. Батя, слушай, батя файн. Батя файн. А как их избавить от сумасшедшего, чат? Усталость, голод, голод. Жить в прошлом не самый лучший. Долорес должна что-нибудь съесть. Тед голоден. Так, ну я реально, походу, доживу сейчас нахуй до 60-го дня. А истощение, блядь, истощение. Воды им можешь дать? Ну вообще там не написано, чтобы давать воды. Тед отдохнул, Долорес должна что-нибудь съесть. Ну все, файн, похуй. Армия опять передает сообщение. Они просят всех уцелевших выслать по представителю на встречу в условном месте неподалеку. Похоже, перед эвакуацией не хотят нас допросить. Мы не знаем, хорошо это или плохо, но выслать представителя все же надо. Лучших вариантов у нас все равно нет. Блять, голод, сумасшествие, усталость, истощение. Блять, ну они оба сумасшедшие. Мне кажется, их на встречу, ну и посылать нельзя. Что думаешь? Блять, ну она устала, по идее, без рофлов. Надо батю отсылать. Батю надо отсылать. А мамку кормить за то, что она 4 банки принесла. Короче, батю отправляю. Обоим даю, блядь, по еде, по банке. И все должно быть заебись максимально вообще. Батю отправляем. Сейчас нахуй, вот это будет контент. А че он не съебался-то, батя? Мы успели на встречу и очень старательно отвечали на все вопросы солдат. Надеемся, мы отправили, оправдали их ожидания и произвели хорошее впечатление, несмотря на наш потрепанный вид. Тед вернулся из своего путешествия на поверхность целости и сохранности. Тед голоден. Так, ну пока терпим, друзья, терпим, блядь. Тед в отличном состоянии для экспедиции. Блядь. Ну я попробую, блядь. Надо. 4 банки уже... Да иди нахуй, ученый ебаный. Не банки. Не в своем уме. Вот не в своем уме и сумасшествие. Скорее всего, не в своем уме реально не вернется. Док начинает действовать нам на нервы. Да, мы пообещали ему, что застанем припасом. Но с ним так тяжело расставаться, будто он, собственно, сердце отрываешь. Сегодня они буквально наесть золото, ну или банок с супом. Тед всегда был очень добрым, поэтому мы не сильно удивились, когда увидели, как он кормит нашими запасами этих ужасных жирных тараканов. Иди нахуй, блядь, отсюда, долбоёб! Не, все, его надо нахуй идти на разведку его, блядь, все. Сука, мать засейвила игру, он, блядь, сука, с ума сошел. Ебал отсюда. Иди с картами, блядь. Или что? Чемоданом, блядь, возвращайся с едой, блядь. Вот и все. 45 день. Голод, усталость, истощение, сумасшествие. Ну чё, мамка осталась? На 2 недели еды хватит? Что думаешь? Так, Долорес не ела некоторое время. Все файн. Все файн, блядь. Как раз мы собирались поделиться впечатлениями о единственной книге, которую мы прочитали. Телефон, и как наш разговор прервал стук в дверь. Как оказалось, это была группа выживших, которую мы увидели, как и мы, уцелели после взрыва. Им жилось куда хуже, чем нам, и они умоляли поделиться с ним водой, едой или медикаментами.
Ну, вообще, можно поделиться едой, потому что мать практически не жрет. Практически не жрет. И, может быть, эти челы что-нибудь дадут, потому что была подсказка, то, что, типа, что посеешь, то поженешь, понял? Что думаешь, блядь? Поделиться сейчас едой, потому что мать все равно... И они потом придут, что-нибудь принесут новое. Ты думаешь? Голод, усталость, истощение. Все файн. Как ее вывести из сумасшествия? Кто-то подскажет? Нет. Было видно, что отказ нашим гостям не понравился. По их уставшим глазам было понятно, как сильно они нуждаются в помощи. Но больше унижаться они не стали. И склонив голову, ушли в неизвестном направлении. Может, в другой раз им повезет больше. Может, Долорес должна что-нибудь есть. Время раздавать запасы. Ну, водички дать? Нет. Истощение, блядь. Когда у нее истощение уже пройдет? Опа! Мамка тут, блядь! Мамка тут. Мы извинились за то, что сегодня не можем ничем помочь. Возможно, в скором времени мы разбудим топор, и тогда с удовольствием присоединимся к стройке. Не ела некоторое время. Что, ее ебануть еды? Голод. Ну, блядь, можно еще воды дать, блядь. Ну, буду по очереди кормить. Главное, чтобы максимальное количество дней выжило, игру надо пройти. На фулл фокусе, блядь. Сейчас батя вернется, ебать контента принесет, наверное. Мне интересно, как сделать так, чтобы она пришла в рассудок. Я не понимаю просто это. В конце концов, мы просили этого... Так, мудака оставить нас суп в покое. Мы не можем так легко взять и отдать свои припасы. Так, не ело некоторое время. Время раздавать запасы. Ну, время раздавать запасы. Нам трудно находиться здесь, жить здесь. Мы должны как-то с этим справиться, иначе у нас будет проблема. Чел, как? Объясни мне, блядь, ее из сумасшествия вытащить. Объясните, пожалуйста. Долорес просто хочет немного воды. Очень легко впасть в депрессию, когда живешь вот так под землей, ни солнца, ни неба. Давай водички дам, чё. Мы проснулись под звуки стука в дверь. Точнее, создавалось впечатление, что нашу дверь хотят выбить. Может, так оно и есть? Ну и что, откроем? Пошли. Не, не будем открывать. Выбить. День 50, ебать! Не в своем уме. Как мне ее привести в порядок? Почему карты не играет? Почему она не играет в карты, блядь? Тед не появлялся в убежище слишком долго. Мы боимся, что он уже не вернется. Блядь, это что, батя, что ли, был, нахуй? Блядь. Ну это пиздотряс, ГГ. Но она не в своем уме, ну все, GG. Пятьдесят один. Так, ставка на какой день? Ставка до 51-го дня, чел. До 55-го дня. Пока что мамка живет. Плюс две воды. Долорес должна что-нибудь съесть. Если Долорес не помочь, она может лишиться рассудка. Она от карт сошла с ума. Мы нашли зашифрованное послание у двери в бункер. Там были какие-то символы и цифры. Не разгадать этот шифр. Прочитать записку не получится. Собственно, этим Долорес собирается заняться. Однако неизвестно, сколько времени на это уйдет и получится ли у него вообще. Стоит ли Долорес этим заниматься? Блять, она типа не в своем уме, типа, и это нужно для того, чтобы ей мозги расшевелить. Возможно, да, что думаешь? Мне кажется, нужно. Типа, подумать, потому что она, блядь, уже с ума сходит. Что думаешь? Бля, ну пробуем. Бля, надо выигрывать, сука. День 52, чел. Еще 3 дня. Блядь! Усталость, истощение в своем уме, блядь. А где еда, тварь? Если Долорес не помочь, она может лишиться рассудка. Как мне ей помочь, нахуй? Объясни. Как ей помочь, объясни. Пока мы играли в игру «Назови, что больше всего ненавидишь», не раз всплыло имя нашего соседа. Мы вспомнили, что этого болвана в гостиной стоял сейф, и нам всегда было интересно, что там хранилось. Может, пора наконец выяснить. Я не могу, блядь, я не могу отправить ее нахуй, типа, не вернется просто. Я просто не понимаю, как эта игра работает. 53 день. 53 день, красные, суки. Мы решили не рисковать, даже если сейф и целел, наверняка набит бесполезным барахлом, таким же, как и его хозяин.
Когда Шариков начинает носиться по всему бежи, как ненормально, он нередко слетает на своем пути. На нем хорошее применение. Плюс карта, блядь. Так, если Долорес не помочь, она может лишиться рассудка. Ну как, блядь? Нам нужно еще 2 дня выжить. Кормлю, чем есть, блядь. Сегодня у нас были очень необычные гости. Одни из них ударял камень о камень, издавая напоминающий лошадиный галоп звук, а второй притворялся, что едет верхом на этой лошади. Они сказали, что ведут чрезвычайно важные поиски в надежде найти волшебный кубок, но, к сожалению, потерялись на пустоши. Они попросили взглянуть в нашу карту, чтобы понять, где сейчас находится. Идите нахуй. 54, блядь! Еще день! Мамка, живи, блядь! Мамка, блядь, живи! Последнюю тебе провизию отдаю. К нам кто-то пришел, мы не можем расслышать, что там говорят, но... Ну а бешеный стук в дверь не прекращается. Может быть, хорошие новости. Блять, это может быть батя, который еле живой? Блять, а может быть нет, что делать? Бля, прикиньте, если это не батя, блять. Бля, я открываю, блять, красный, я открываю, похуй, я открываю. Батя, пожалуйста, выживи. Блять! Ай, бля, ёбаное говно. Мы долго ждали этого момента. Словами не описать, что мы почувствовали, когда увидели солдат, входящих в наше скромное убежище. В безопасности, наконец. Мы продержались 55 дней, блядь. Ставка вин. Ставка вин. Ставка вин. Ставка синих вин. Есть нахуй. Ебать, доживет до 55, прикинь, написали, доживет. Ебать. Я что, игру что ли прошел? Мы в безопасности, наконец в безопасности. Что будет завтра? Мы не знаем, но уверены, что будет лучше, чем сейчас. Я прошел игру что ли? Нас спасли военные. Ебать. Охуеть. Бля, всю семью спас, чуваки! Семью оставил в целости и сохранности военным, бля, прикинь. Красиво. На самой сложной сложности, между прочим. Положительных решений 7, отрицательных решений 3. Количество успешных экспедиций, предметы, добытые в ходе эксперимента. Сколько раз вы защищали убежище свое? Бля, ебать, прикольная игрушка. А тут есть что-то сложнее еще, или это самое сложное, что я играл вообще?